Ну, говоря о поездке в Египет на отдых, нужно отметить два обстоятельства. Первое, что российский человек едет куда угодно и зачем угодно, и у него иногда не бывает четкой выраженной логической мотивации. Едет по мнению человека. Вообще мы нация хиппи, вот мне представляется, по тем неразумным решениям, которые мы принимаем, мы нация хиппи, которые ради процесса действуют, а не ради цели. Если говорить о политической ситуации в Египте, то она напоминает уже немножечко сегодня фарс, если бы не те жертвы, которые, к сожалению, случились. Во что это выльется для Египта, трудно сказать. А для российских граждан, поскольку они экономически никак не зависят, а наоборот привносят свои деньги в экономику Египта, я думаю, что это благо, тем более, что территория курортная зон, она объявлена вне политических распри, вне политических событий. Поэтому я думаю, что люди как ехали, так и ехали. Я вам открою даже маленькую тайну, что в провинции люди, которые едут в Египет, зачастую даже не знают, что в Египте такие возникли обстоятельства.